На повестке дня проблемы территориального общественного самоуправления. Председатели ТОСов со всего региона приехали, чтобы обсудить самые актуальные вопросы своих муниципалитетов. Задать вопросы губернатору, который также посетил встречу, мог любой желающий. Форум ТОСов проходит в регионе с 2015-го. Центральная тема этого года – инициативное бюджетирование как механизм поддержки местных инициатив. Собравшиеся озвучили проблемы уличного освещения, уборки мусора, оплаты счетов за коммунальные платежи. Ответил губернатор на вопрос о причинах низкого качества воды для жителей Приволжского района. У нас есть такая сильная организация «Ивановский водоканал». Она сильная на общем уровне, в российском уровне, думаю, что по качеству работы одна из лучших. И сейчас эта организация стала региональной и сделана для того, чтобы привлечь федеральные инвестиции. Дополнительные федеральные деньги как раз на очистку воды,